В Заозерном продолжается капитальный ремонт дворовых территорий. Благоустройство и развитие инфраструктуры осуществляется по программе софинансирования Министерства транспорта Тверской области. О том, что уже сделано, наши коллеги из Озерной Инкомсеть подготовили репортаж. Региональными и местными властями продолжается приведение в порядок придомовых территорий. В Заозерном они на стадии завершения. Всего на ремонт дорог выделено более 2 миллионов рублей. Часть средств – 80% из областного бюджета, 20% из местной казны. Как рассказывает руководитель отдела по строительству и ЖКХ администрации городка, основные работы завершены на двух объектах. Первый объект – это ремонт дворовой территории по улице Московская, дом 7, который на сегодняшний день завершен, и подрядчик устраняет недочеты, выявленные в ходе работы комиссии. Сейчас продолжаются ремонтные работы по самой оживленной улице Заозерного. Киевская. По ней дети направляются в школу и обратно. Транспорт подъезжает к Дворцу культуры и многофункциональному центру. Поэтому работы здесь ведутся очень быстро. Уже обустроена проезжая часть и тротуар с двух сторон. Ремонт этой дороги решит такую задачу, как проход большегрузного транспорта для разгрузки. Ну, основной транспортный поток теперь пойдет по улицы, сделанные со всеми нормами в дорожном строительстве. На данный момент подрядчик уложил асфальтобетонное покрытие на тротуары. И как только позволит погода, приступит к устройству дорожного покрытия.